здоров'я, друзі! Традиційно у цій порі ми говоримо, як жити, не хворіти, адже з вами програма «Лікар знає». Ми доступною, зрозумілою мовою пояснюємо вам складну медичну науку. І сьогодні тема нашої розмови – це щитовидна залоза. Друзі, якщо ваш настрій скаче, як на американських гірках, або ви відчуваєте підвищений рівень кілограмів вашого тіла без видимих причин, можливо, або ви навпаки худнете, якщо ваша шкіра змінюється – щитовидна залоза в нашому організмі відповідає за дуже багато процесів. То що потрібно нашій вельмишановній щитовидній залозі, нам сьогодні розкаже кандидат медичних наук, лікар-ендокринолог Наталія Домбровська. Доброго ранку, пані Наталя, дякую, що погодилися поспілкуватися на вкрай цікаву тему, як на мене, тому що дійсно щитовидна залоза така королева нашого організму, я би так сказала. Від неї стільки багато залежить, це правда? Я би сказала, що любой орган в нашому організмі – це щось царське, але дійсно щитовидної залози залежить. Дуже багато процесів, в тому числі метаболізм, в тому числі наше хороше самочувствие, в тому числі винашування дітей. Тобто це такий дуже важливий орган, о котором желательно знати. Так, от сьогодні якраз ми спробуємо з вами так, принаймні на тих питаннях, які я вирішила зосередити увагу, можливо, зараз в процесі розмови ви ще щось додасте своїх якихось питань, які ви знаєте з досвіду ваших пацієнтів, з досвіду тих людей, які постійно до вас звертаються за роз'ясненнями. От почнемо, власне, з ожиріння, тому що якось так вже звикли вважати, що якщо людина набирає вагу без видимих причин, нічого не змінюється в її раціоні життя, а кілограмів стає все більше і більше, то, власне, всьому виною щитовидна залоза. Це правда чи ні? Не можу відповісти вам ось так, одним словом, да чи ні. Немножко пошире, тому що зараз у нас дуже міняється наш режим життя, міняється наш режим питання, і іноді, коли пацієнти кажуть, що я ж нічого такого не їм, оказывается, печенька там, там чай с сахаром в другом месте, там виноградин, конфетка. И вот у нас это просто не откладывается в голове. Перекусики, которые мы съели. И в итоге получается, что вначале нужно очень хорошо разбираться все-таки, что же человек ест. Плюс у нас сейчас, и с карантином, и вообще снижение физической активности. То есть, я думаю, все слышали про эти пресловутые 10 тысяч шагов, и, единицы, наверное, проходят их. А щитовидная железа, да, несомненно, она может давать набор веса. Но это должна быть не единственная жалоба. Если нарушается работа щитовидной железы, а именно снижение ее функции, называется гипотиреозом, и мы о нем говорим, набор веса может быть. Но будет слабость, усталость, будет выпадение волос, будут запоры, будет какая-то эмоциональная лобильность, будут все бесить окружающие, такая безысходность. Ви щойно назвали, розумієте, ви назвали симптоми, зараз наші глядачі дивляться, і вони вже просто отак от всі пальці підігнули, тому що знову ж таки і карантин, і загалом ситуація, яка в країні відбувається, вона це все, знову ж таки, можливо, тоді якісь аналізи потрібно здати, щоб ви точно впевнитися, що питання в щитовидній залозі. Так, да, к сожалению, да. Во-первых, то, що жалоби при заболіваннях, при гіпотиреозі, вони не характерні, не специфічні. Коли у нас болить голова, мы примерно понимаем, что у нас болит голова. Болит правое подреберье, мы догадываемся, что это, скорее всего, желчный пузырь. А коли болит душа? А коли болит душа, скорее всего, либо дефицит железа, либо нарушение работы щитовидной железы. Да. И обследование очень простое. Это анализ крови на тиреотропный гормон. И если раньше считалось, что его нужно сдавать прям только натощак и никак иначе, нет. Сейчас лаборатории позволяют нам проверять тиреотропный гормон через 4-5 часов после последнего приема пищи. То есть это не обязательно делать утром, это можно сделать днем. И он нам покажет, хорошо ли работает щитовидная железа. Потому что вообще-то тиреотропный гормон, он не гормон щитовидной железы. Он гормон гипофиза. Это такая маленькая эндокринная железа у нас в голове, которая такой начальник над нашими другими эндокринными органами. И он первый реагирует на нарушение. Если ТТГ растет, если ТТГ выше 4 вне беременности, либо выше 2,5 в беременность,
то обязательно мы должны обращаться к эндокринологу, чтобы решать этот вопрос, нужно лечение или нет. А вы можете пояснить, а что саме відбувається такого в организме, если мы говорим сейчас исключительно про ожирение? То есть это же не связано с увеличением аппетита, а это что, не туда идут эти полезные речевины, или мы меньше их, ну, не знаю, ходим в туалет? Смотрите, когда мы говорим про щитовидную железу, действительно, может быть, да, что от нее есть лишний вес, но это не больше 5-7 килограмм. Причем эти 5-7 килограмм у нас идут скорее за счет воды. При снижении функции щитовидной железы у нас есть снижение метаболизма, то есть мы хуже расходуем калории, мы их меньше тратим. Ну вот если у нас нет силы, вот оно вот, да все работает хуже. Но это только в ситуации, когда у нас есть выраженный гипотиреоз. Когда мы гипотиреоз компенсируем, вот эта вот вода, которая была набрана, уходит, и все остальное мы не можем спихнуть ответственность на щитовидную железу. А есть люди, которые, например, в группе риска щодо гипотиреозу розвитку? Есть. Это женщины. Это женщины... Будь-якого веку. Ну, фактически, да. Это женщины, проживающие на йоддефицитных территориях, а Украина у нас территория йоддефицитная, и мы, в общем-то, у нас, по-моему, одна область, только кусочек области, там нормальное содержание йода, а так у нас йоддефицит от слабо выраженного до выраженного. И это в том числе вносит свой вклад в развитие гипотиреоза. Плюс женщины подвержены больше развитию аутоиммунных процессов. А гипотиреоз – это как завершение такого заболевания, как аутоиммунный тиреидит, когда своя иммунная система по какой-то причине, да, потому что мы, к сожалению, не можем сказать четко по какой, она атакует ткань щитовидной железы, клеточки разрушаются, и в итоге вот было 100 клеточек работающих, осталось 50 клеточек, и у нас развился гипотиреоз, потому что у нас просто нет куска, считайте, органа. А, дивіться, от ви кажете, що, будь ласка, підійдіть і здайте аналіз на тиреотропний гормон. Скільки, один раз на рік, раз на півроку, як от реально для профілактики? Вот я очень, мені страшно произносить такие слова, что вот сдайте ТТГ для профилактики. У меня вчера была консультация, там девочка-эндокринолог написала, там делайте УЗИ, сдавайте ТТГ, Т4, Т3 и антитела к ткани щитовидной железы, развод для профилактики. И вот вопрос, что мы все-таки профилактируем. ТТГ принципиально сдать, когда у нас есть какие-то жалобы. Mm-hmm. Вот когда нам плохо, непонятно почему плохо, тогда нужно идти к врачу, обследоваться, сдавать там общий анализ крови, ТТГ, ферритин, сдавать витамин D, то есть проходить обследование. Так, чтобы вот сдавать ТТГ раз в год, это, наверное, в ситуации, когда человек сдал антитела к щитовидной железе, антитела к тиреоидной пероксидазе или к тиреоглобулину, они повышены. Боже, это вы такие страшные кажете. А есть какая-то такая формула? Тут, например, ТТГ, Т4, а да, цей анализ, как называется? АТТГ и АТПО. Ага. Но в идеале их не сдавать. В идеале их сдавать только если уже есть повышен уровень тиреотропного гормона. И тут, поскольку у нас сейчас очень любят лечение через Инстаграм, и там очень рекомендуют сдавать антитела, вот если человек сдал антитела, антитела повышены, то в последующем ТТГ нужно сдавать раз в год, потому что повышение антител с риском 2-5% мы все-таки ждем развития гипотиреоза. И очень важно, то есть ТТГ, жалобы, если у нас есть, если у нас есть повышение антител, которые не нужно было сдавать, но мы сдали, и у нас мы о нем знаем. И очень важно период планирования беременности или вот самое-самое-самое начало беременности, потому что гипотиреоз в беременности – это ситуация нередкая, и тут очень принципиально максимально быстро скорректировать мамино состояние, потому что эмбриончик, а в последующем плод, он очень зависит от маминого здоровья. Ага. А в периоды менопаузы, чи там після менопаузи потрібно жінці контролювати от здоров'я щитовидної залози, тому що розуміємо, там гормональні ці зміни? Да, конечно, нужно, потому что менопаузальний, постменопаузальний період, частота вообще,
любых заболеваний, в том числе гипотиреоза, она повышается. Но тоже сказать, что вот сдавайте все раз в год в ТТГ, ну, это, наверное, в ситуации, знаете, когда человек проходит профосмотр, и вот, наверное, вместе там с общим анализом крови, еще там чем-то гинекологическим, можно проверить и ТТГ. Ну, одного тиреотропного гормона будет достаточно. Что до йододефициту, чи можно его проверить, наприклад, якщо там, ну, с ТТГ и все в порядку, а все одно вже є якась там недостача йоду в організмі. От ми говоримо про те, ви щойно сказали, про те, що в Україні, по суті, і це вже не, ну, не перший, скажімо так, лікар-ендокринолог, який каже, що реальна нестача йоду в організмі існує. Можна, знову ж таки, перевірити, чи варто просто постійно якось так споживати йод? Если спрашивать в лаборатории или спрашивать у врачей инстаграмных, да, хотя я тоже вроде как инстаграмный врач, то да, можно проверить, да, можно сдать там йод в моче, йод в крови, йод в волосах, лаборатория проверит йод где угодно. Проблема в том, что эти все анализы не показательны, и это просто деньги на ветер, потому что мы не можем проверить, достаточно ли нам йода в рационе. Вот эти вот территории йод-дефицитные, они определяются несколькими параметрами. Проводятся большие когортные исследования, когда выбирают, например, там детей, беременных, там взрослых определенного периода. Вот отбирают большое количество людей, проверяют им ну, вот, выведение йода с мочой, выводят из этого среднее число и понимают, что вот да, на этой территории люди в среднем получают недостаточное количество йода. А другое по распространенности диффузных зобов. Да, диффузный зоб – это увеличение щитовидной железы, это йод-дефицитное заболевание, доказанное. Тоже, но опять-таки, это большие когортные исследования. Нам, вот, нам как обывателям, просто нужно принять, что мы живем на йод-дефицитных территориях, и что у нас не работают программы ликвидации дефицита йода, хотя Всемирная организация здравоохранения обещала, что к 2000 году это все, в общем-то, пройдет, но уже 2020 ничего не прошло, поэтому мы едим, просто мы используем в рационе питания йодированную соль все поголовно. То есть это вот то малое, что мы можем сделать для себя, для своего здоровья. Так, да, дякую вам, рухаємося далі. У мене просто дуже багато до вас запитань, і хочеться хоча б так трішечки від вас почути найголовніше. От про залізо ви ще сказали, якщо поганий настрій, мовляв, можливо, це нестача заліза в організмі. От таку я формулювання від вас почула. Так, якщо плохое настроєння, якщо випадення волос, якщо слабость, якщо сухость кожи, якщо плохо ростуть або ламаються ногти, а если есть не, ну вот, не наступление беременности, если есть вот такое вот состояние сонливости, вялости, и вот просто ни на что нет сил, да, обязательно уточнять, нет ли дефицита железа. Потому что, во-первых, ну вот 40% беременных, они в среднем имеют железодефицитную анемию, около 20% небеременных женщин имеют железодефицитную анемию. А вот до того, как мы получили заболевание, ну вот железодефицитное имеет заболевание, мы его лечим. У нас есть период латентного железодефицита, когда у нас депо из железа тратится, мы его расходуем, там уже по нулям, и только тогда мы видим снижение гемоглобина. У нас же как принято? Женщина сдает общий анализ крови, там есть гемоглобин, ей говорят: «Боже, ваш гемоглобин 130, идеал!» Да, а женщина себя чувствует плохо, и ей говорят что-то, ну там типа либо в паспорт посмотрите, либо не придуривайся, либо сходи к психологу. А на самом деле, да, гемоглобин держится до последнего, потому что нам нужен кислород, он переносит кислород. А депо в это время может быть просто по нулям. И вот из-за того, что есть латентный дефицит железа, могут быть все эти жалобы. Причем, опять-таки, если смотреть на лабораторные нормы, ну, сдаем ферритин. Это очень просто, очень дешево, натощак. Это звичайный анализ на ферритин. Да, анализ крови из вены на ферритин. Все очень просто. Значит, и лабораторная норма где-то, ну, там, плюс-минус в среднем от 15 до 150, вроде как считается, да, но это не норма, это лабораторный референс, это не норма. А нижняя граница ферритина, вот выше которой мы считаем, что, скорее всего, все хорошо, это 40. То есть вот этот вот кусок от 15 до 40, если врач об этом не в курсе, он смотрит на ферритин 20 и говорит:
у вас все хорошо. Це ви кажете лікар, а може ще ж бути так, що наш глядач зараз почув нас, здав аналіз на феритин, подивився, що там норма, а виявляється не зовсім норма, тобто менше 40 – це вже є дефіцит Железа. Да. Угу. По даним Всемирной организации здравоохранения, группа риска развития латентного дефицита железа и анемии – это все менструирующие женщины. То есть каждая менструирующая женщина в группе риска. Угу. Я про чоловіків нічого не чую. Вони, як завжди, все в них прекрасно. В них буває якісь дефіцити чи чогось? Ну, звісно, у них буває дефіцит йоду, тому що живуть вони вместе з нами на тих же територіях, але схильності до розвитку гіпотиреозів у них нету. Ага. Поэтому їм не так принципіально это йод. Но у всіх, і у нас, і у них, ми склонні к розвитку дефіциту вітаміну D. От про вітамін D ми зараз поговоримо. Я єдине, що хотіла ще уточнити щодо заліза. До прикладу, ми побачили, що менше 40 цих одиниць, скажімо так, заліза в крові, вибачте за просторіччя. Можна додатковими вітамінами, препаратами, деякими там препарати заліза, так якось поповнювати ці запаси в організмі? Можна. Значить, ну я от зараз ще одне скажу. Якщо ми здаємо феритин, ми обов'язково повинні ще здавати общий аналіз крові, тому що іноді буває таке, що при воспаленні феритин у нас високий, а по факту у нас маленькі еритроцити, низьке содержання гемоглобіну в еритроцитах. Тому ми дивимося на це все в комплексі. И да, мы можем принимать дополнительное железо, чтобы это все компенсировать. Но есть такие схемы для женщин менструирующих, которым рекомендовано, там, например, 100 миллиграмм железа в сутки 3-7 дней в месяц ежемесячно для поддержания того запаса, который есть. Mm-hmm. Да, потому что мы все-таки про мужчин вы говорили, да, они едят больше мяса, они не менструируют, не беременеют, mm-hmm. Не вынашивают. Mm-hmm. Им повезло больше в этой ситуации. Или меньше. И получается, что мы теряем, и мы себя подкармливаем. Но если есть дефицит, то это лечение достаточно длительное, то есть это минимум от 3 месяцев для того, чтобы мы могли накопить депо. Если это анемия, то это еще дольше, то есть не пойдет такое, что я пошла в аптеку, купила какой-нибудь препарат железа, называть же, да, нельзя в эфире, какой-то препарат железа, пропила его месяц, и все стало хорошо, так не происходит, потому что за месяц обычно ничего накопиться не успевает. То есть мы идем к врачу, мы получаем рекомендации препарата, мы начинаем его пить, мы мониторим уровень ферритина раз в среднем 2 месяца, предварительно на неделю отменив железо, и тогда, когда мы получаем уже целевые значения, тогда мы отміняєм железо і переходимо на профілактичний його прийом. А от щодо профілактичного прийому, до прикладу, якщо люди не здають аналіз, тому що зараз це дуже набуває популярності, чим більше в тебе пляшечок з різноманітними вітамінами, тим нібито як ти відчуваєш себе здоровішим, чи принаймні тобі так хочеться думати. Не здаючи аналіз, думаю, поп'ю я заліза для свого організму. Можна якось нашкодити? Конечно, можно. Ну, во-первых, когда я вижу сразу много этих бутылочек, баночек, которые люди пьют или приходят пациенты на прием, и у них перечень из 20 препаратов, причем не лекарственных, и ты тут такая, тоже мне что-нибудь назначить, куда? Токсические гепатиты, это, к счастью, не так часто, но это может быть такое заболевание. То есть печень, она многое стерпит, но не все. Плюс передозировки витаминами – это тоже плохо. Ну, женщине передозировать железо – это надо выпить прям очень много, допустим. Но если смотреть по детям, то отравление препаратами железа в Соединенных Штатах Америки занимает одно прямо из ведущих мест. То есть когда малышарик находит мамины таблеточки с железом, и, в общем-то, дальше больница. Плюс есть витамин А, который в больших дозах обладает тератогенным эффектом, то есть негативное влияние на плод. Плюс есть витамин В12, который в больших дозах обладает тем же влиянием. В12 это для заспокоения, как мы сейчас говорим? Магний для успокоения. А В12, он...
ну, нельзя сказать, что для чего-то одного. Если основное, то это вот кроветворение, наверное, uh-huh. да, но вместе с тем он при дефиците может быть и выпадение волос, uh-huh. и снижение uh-huh. памяти, рассеянность. Uh-huh. Вот нашим бабушкам, учитывая, что у нас сейчас очень поменялся рацион питания, и мы практически не употребляем субпродукты, uh-huh. а B12 много именно в субпродуктах, то вот проверить B12 вот нашим бабушкам, которые uh-huh. плохо, uh-huh. плохо помнят і вспоминають, оно не помішає. А знову ж таки, B12 – це якийсь окремий аналіз потрібно здавати? Да, это, он називається цианкобаламін. А, і ще раз повторіть для наших глядачів. Цианкобаламін. Ага, да, дякую. Тобто, либо B12 общий. Угу, угу. Тобто, лабораторія, угу. да. А, так, рухаємося далі, Наталю. Вітамін D, от ви сказали, не вистачає нам всім. І знову ж таки, зараз довкола вітаміну D точиться просто війни науковців, в тому числі, тому що хтось каже про те, що з коронавірусом потрібно профілактично, вже навіть я мовчу про ну, те, як було раніше з вітаміном D. Що ви скажете безпосередньо як лікар-ендокринолог? Потрібно, знову ж таки, в якій кількості, кому? Ну, во-первых, хочу сказати, що вітамін D, він скоріше не вітамін, він все-таки гормон, угу. да? То есть он как бы вот-вот ближе к нам. Да, нужно, потому что у нас таки опять за последние годы, по сравнению там, с нашими бабушками-прабабушками, очень поменялся ритм жизни. Мы работаем не в поле. Мы передвигаемся не пешком, мы не едим домашние mm-hmm. яйца, мы не пьем домашнее молоко, мы как бы, ну вот у нас поменялся режим питания, поменялась окружающая действительность, плюс смог, загазованность, плюс дерматологи очень рекомендуют использовать защитные кремы от солнца, mm-hmm. потому что для защиты yeah. нашей кожи. И вот когда мы используем крем с SPF, то витамин D в коже уже не вырабатывается. Когда мы немножко загорели, витамин D уже перестал uh-huh. вырабатываться. Когда у нас наступил октябрь, витамин D перестал вырабатываться, а вообще в наших широтах он и летом плохо вырабатывается. Uh-huh. То есть это надо достаточно долго просидеть на солнце, чтобы получить хоть какую-то дозировку витамина D. То есть у нас и раньше вот, выявлялся, ну если не поголовный, то очень высокий uh-huh. уровень дефицита, это где-то вот 80% в некоторых странах, причем даже это вот могут быть южные страны, там такой же уровень дефицита, потому что опять-таки закрытая одежда, uh-huh. на солнце никто не пребывает, и да, витамин D нужен. Uh-huh. Он обязательно нужен деткам, потому что это идет профилактика рахита. И вот со взрослыми действительно вот такие баталии очень жестокие происходят с витамином D. Но у меня мама педиатр, и когда она заканчивала свое обучение, тогда тоже вот про витамин D вот это вот все было, там надо, не надо, кому, сколько. Потом о нем успокоились, теперь начали опять, то есть все идет угу. по спирали. И пока пришли к выводу, что все-таки надо, причем надо всем и каждому, но вопрос, в какой дозе и в какой цифре мы его растим. Потому что целевые уровни витамина D, ну вот мы, если сдаем в лаборатории, uh-huh. то это витамин D3. Uh-huh. Ну, он обычно так и называется. 25-OHD3. Uh-huh. Вот. И там, опять-таки, норма своя, но целевые значения приняты практически по всем рекомендациям. Это 40-60 нанограмм на миллилитр. Uh-huh. Если лаборатория дает в наномолях, то это где-то 75-125... Боже, забыла. Наномоль на миллилитр. Ага. Да. Не подскажу вам. Нанограмм на литр, наномоль на миллилитр. Ага. Да, все, сбилась. Значит, и вот мы стремимся к этим значениям. И, в принципе, есть рекомендации, которые говорят, что каждому ребенку и каждому взрослому нужно круглогодично принимать профилактическую дозу. Для взрослого это не так много, это 2000 международных единиц mm-hmm. в сутки, каждый mm-hmm. день, чтобы хотя бы не укатываться в дефициты, а поддерживать ту дозировку, которая у нас есть. С коронавирусом, сейчас извините еще, mm-hmm. Раньше были публикации о том, что достаточный уровень витамина D, он работал практически так же эффективно, как вакцина от гриппа, то есть mm-hmm. вот в профилактике, да, mm-hmm. Инфекционных заболеваний. И сейчас тоже есть такие публикации, но мало времени прошло. Mm-hmm. И по поводу иммунитета, вот когда у нас хороший уровень витамина D, когда у нас хороший уровень железа, когда мы занимаемся спортом, когда мы разнообразно питаемся,
наш иммунитет лучше, абсолютно, чем когда мы этого всего не делаем. А щодо вітаміну D, знову ж таки, якщо ми вже радимо, ну, власне, таке профілактичне вживання, чи має значення зранку, ввечері, там, до їжі, після їжі? Ні, особо ніякої різниці нету. Вітамін D у нас жиророзтворимий, ми його п'ємо, коли нам удобно, без прив'язки к їді. Іноді рекомендують з жирною їдою, але особи принципиальности нету. Детям единственное, что давать желательно в первой половине дня, потому что некоторые на него могут реагировать бессонницей и таким повышенным возбуждением. Ага, о, важливо зауваження. Наталя, залишається буквально декілька хвилин. Я хотіла би вас, знову ж таки, запитати безпосередньо як у лікаря-ендокринолога і в контексті цукрового діабету і вітамінів. От знову ж таки, зараз це вітамін С, цинк і вітамін Д. Це те, що от рекомендують, скажімо так, профілактично вживати абсолютно всім там для нормалізації імунітету, скажімо так, я вже не буду говорити слово там підвищення, пониження, бо імунологи цього дуже не люблять. Дуже багато людей з цукровим діабетом. Чи можна оці всі вітаміни, вони можуть якось негативно вплинути, скажімо так, на рівень глюкози в крові? Если мы что-то принимаем необоснованно, да, и не в профилактических дозах, то есть не в безопасных дозах, то мы можем получить, ну вот именно не влияние на уровень сахара в крови, там, а влияние там на нервную проводимость, да, потому что витамины группы В в высоких дозах в длительном приеме, например, В6, он может вызывать полинейропатию, что и так есть у наших диабетиков. Но вот, например, что очень важно, люди, принимающие метформин, у них они в группе риска дефицита витамина В12, потому что он его выводит. То же самое женщины, которые принимают оральные контрацептивы, они группа риска фолиевой кислоты и витамина В12. И диабетикам им тоже нужны витамины, потому что при сахарном диабете обычно это люди с ожирением, обычно это люди с выраженным дефицитом витамина D, которые, ну вот, питаются не так, как нам, эндокринологам, хотелось бы, чтобы они питались. Поэтому, да, но вот по поводу витамина С, мне кажется, что его проще наесть из порезанного болгарского перца и вкуснее, либо киви, чем принимать его в виде таблетки. И наостанок хотіла запитати вас ще про омегу. Знову ж таки, от ви згадали про те, що реально ми не доїдаємо субпродуктів. Чи потрібна омега для нас? Если у нас в рационе есть красная рыба, жирная, дикого вылова, то есть не та, которая разведена у нас на ферме. Звичайно, у кожного холодильника зараз ця рибка лежить. Да, а которая плавала вот в морях и океанах, и мы съедаем в среднем 340 грамм рыбы в неделю, то, скорее всего, дополнительная омега не нужна. И если мы этого не делаем, либо мы едим рыбку, ну вот, фермерских разводчиков, то там омеги мало, и да, дополнительно принимать ее вполне можно. Но понимать, что это не лечение, это просто как корректор питания, потому что нам нужна омега, мы ее недополучаем из пищи, поэтому мы ее принимаем в виде добавок. Пані Наталю, я вам дуже дякую, що роз'яснили, дали відповідь на більшість питань, які мене хвилювали, так само, як і наших глядачів. Я принагідно запрошую вас ще, тому що я більш ніж впевнена, що у вас дуже багато ще секретиків залишилося для нас, і розповідаєте ви досить цікаво і доступно. Тож я вам щиро дякую за те, що знайшли час. Лікар-ендокринолог, кандидат медичних наук Наталя Домбровська була, друзі, з нами цього ефіру. Я ж, як і зазвичай, бажаю вам міцного здоров'я, щоб ви не забували берегти себе, берегти своїх близьких та рідних і дивитися програму «Лікар знає» щодня по будням о 10:00 на телеканалі «Київ». Побачимось.